Чего ты? Я сейчас тебе дам кое-что. Кое-что тебе дам сейчас, носик. Фить-фить мой. На, мой фить-фить. На, мой сладенький. Кушай мой пирожочек. Филозочек мой, кушай оладушек. На, на. Да, остались? Это наши остались несколько штук. Они будут вам. Да, Даська, зи. На, оладушек, вот так, Мирончик, раз. И вкусненько было. Зайка, я тебе не могу открыть. Ты же знаешь, что они тебя стрескают. Вместо оладушка тебя съедят. Оп, ешь, малыш. Так, что там деремся? Кто дерется? Степанчик. Нет? А эта курица мыть пошла, мой оладушек. Все, дверцу им закрыли. Зай, зайка, зайка, смотри. Смотри, мой мальчик, что есть для тебя. Деска, за корм мама кусает. Малышок мой. Вадюша, для тебя. Стичек, как это ты не пристаешь к Мирону? Ты странный какой-то, мальчик мой. Держи за это оладушек. Стич, милый мой. Ты кусал уже, еще хотел еще. Ну, у нас здесь два. Один для Бади, один для Бадюшеньки. Ой, Бадюшенька, а куда ты убегать сразу? Иди кушать оладушек, а то отдам Мирону. Мирончику понравились оладушки. Ай, тихо, палец мой. Сейчас, Бади, извини, иди сюда. Иди сюда, иди. Иди на. Мать, скажи, отдай весь. Да? И мне нравится, как ты кушаешь. Илюха, иди сюда. Вкусненько, да, Илюш? Ой, вкусненько. Опа, сразу забирай, жужа приблизилась. Я вам сырников сделаю. Там специальный рецепт для енотиков, чтобы не вредные были. Испеку вам. Там творога две пачечки есть. Бадюшенька, не злитесь. Все, Мирон, испеку сегодня вечером.